страшно, каких давно не было. Ну, в общем, так. Ну, сейчас уже нормально. Хотя все хорошо. Уже предвкушение. Вон даже подсолнух, я смотрю, все ноги ушит. Ваня претендует на мою шляпу, а там мои проходят. Лена еще отдохнет. Уже кровати собрали нижние, уже постельные ее сдали. Осталось только верхние убрать, но верхние немножко попозже, пока ребята лежат. Вот. Так, все, мы собрались уже. Все собрали, вещи собрали. Осталось еще минут 25 ехать. Подъехали. 10 минут осталось до прибытия. Мы уже, судя по всему, в Анапе. На улице плюс 35, короче. С корабля на бал. Да. Сейчас я уберу твой там. В поезде 25, там 35. Ну, кстати, первый день кондиционер как-то дул сильнее, а этой ночью как-то, ну, получше было, да? Первую ту ночь прям можно было задубить, а сегодня хорошо было, в принципе. Подувал недавно на лайте. Шапка, может, кепка. Сегодня как бы комфортно было, не как обычно бывает. Либо холодно, либо шапка сегодня была, в принципе, как. Ну что, встречай нас, она понравилась. Все, мы вышли. Анапа, Алексей. Все, вот вся наша компания. Сейчас нас здесь будут встречать из номера. Там уже, не знаю, там, наверное, уже включимся. Встретили нас. Упаковываемся. Жара. Это не в обиде. Подсолнухи там. Все, ребята, в общем, приехали мы. Вот, заселились. Потом обзорчик запишем. Сейчас пока с документами возимся. Сейчас оплатим все и пойдем на море, наверное. Так, все, мы... Наш номер уже был готов, мы заселились. А друзья, пока никто не заселился, сейчас им подготавливают, потому что заселение с двух. Сейчас первый час только. Мы сейчас идем покупать, пить что-нибудь холодного. Вот, со стороны пока покажу, вот так выглядит. Можно записать обзор на Алексея, потом попозже. Все, короче, купили лимонад, воду, чай. Короче, опять с наличкой, по ходу дела, придется таскаться. В общем, короче, мы приехали, все. Ну, заселение у нас в отеле вообще, в принципе, идет до 2 часов. Мы приехали к 12. Свободен пока был только один номер, в 9 с утра люди выехали. И как раз вот наш номер. Мы, в общем, детей оставили, родители тоже пока отвели к нам в номер. У ребят номера еще готовятся, у родителей тоже номера готовятся. Мы пошли пить попить. Ну, наверное, Ваня уже сказал. В общем, тут дошли до 2 минуты до магазина, купили водичку, купили кока-колу, девчонки, мальчишки чаек себе еще купили. Голос пока еще у меня не восстановился. Хотели платить по карте, терминал есть, но сеть не ловит, в общем. Хорошо, что налички еще немножко есть. Заплатили банкомат. Придется сейчас искать банкомат. Ну, как искать? Без... Да и мы уже знаем, где банкомат, зачем нам искать дорогу. Ну, нам и в отеле сказали, что здесь сейчас что-то все снимают, эти что-то терминалы. Говорит, даже в гостинице, говорит, у многих сказали поснимать терминалы. Были почти везде. Потому что здесь связь плохая. С интернетом тут беда. Сейчас пойдем обратно, посмотрим, как обстановка. Вообще планируем сейчас
принять душ, пойти покушать и на морюшко. На морюшко, конечно. Так, все, друзья, Лёша с Леной заселили у нас. Давайте быстренько пробежимся, посмотрим номер. Номер у ребят двухместный. Заходишь, здесь сразу душ с туалетом. Здесь, как всегда, душик. Нет, вот, вот душик. Все, туалет. Здесь средства всякие, гель для душа на двоих. Да, тут что-то у меня. Щеточки, зубные, шампунчики. Все, класс. Привет. Так, фен. Все есть, классно. Тапочки одноразовые, полотенчики пляжные. Вот у них большая двухместная кровать. Две тумбочки, шкаф, кондиционер. Здесь телевизор, столик, чайник, стаканы, пепельница на балконе, если что, курить. Небольшой холодильничек, пуфик и балкон. Очень быстренько, потому что ребята тоже хотят уже в номер. Поэтому... Ну, такой у них очень большой балкон. У Оксаны с Ульяной я номер не буду снимать. У них такой же двухместный номер. Ровно под номером ребят. Внизу бассейн. До морюшка почти рукой подать. В общем, очень классный отель. 7 морей, напоминаю. У нас балкон вот как у соседей. Только мы на первом этаже. Ребята на третьем, а Оксана с Ульяной на втором. Ну вот, как-то так. Класс, мне очень нравится. Ну, я думаю, всем очень нравится. Приезжайте. Здесь у них на третьем этаже стоит гладильная доска, утюг. И посмотрите, как тут все красиво. Просто все идеально, вообще чистое. Все очень красивое. Цветочки. Ребята на третьем этаже живут. Оксана с племяшкой вот здесь на втором. Я так полагаю, что у них точно такой же номер, тоже с большим балконом. Потом, может быть, поскочим за такие люстры, цветочки, красота, живые цветочки. И мы на первом. В общем, пока всех, кроме мамы с папой, заселили. Мама с папой ждут, когда берут номер. Вообще заселение с двух, время еще только час. У нас троих уже заселили. Сейчас подождем маму с папой, когда заселят. Вон там красотки наши. Балдеют. Так, ребят, в общем, вот отель 7 морей. Там, не знаю, видно, да? Да. Так выглядит адрес: Южный проспект 5D/2. Паралия рядом, море рядом. Все классно, есть своя столовая. Смотрите. Seven Seas. При входе бассейн, шезлонги. Здесь зона для отдыха. Там для детей есть игровой уголок. В столовую можно спуститься посюда, можно там по этажам. Пойдемте. Пойдем. Так. Вот такой вот здесь ресепшн. Вообще, посмотрите, как все красиво. И зона ожидания очень комфортная. Диванчик, журнальчики, цветочки. Здесь все очень красиво. Хозяева просто вообще золотые люди. Очень всем рекомендую. Мы второй год здесь останавливаемся. Часы, смотрите. Москва, Хабаровск, Калининград. Телевизор, цветочки. В общем, ребят, всем рекомендую. Второй год мы здесь отдыхаем. Очень классно, очень все нравится. Приезжайте. И до моря рукой подать. И бассейн, и столовая. И все, что нужно для вашего отдыха. У нас Ромашка уже первый сбегал в душ. Искупался уже. Сейчас Ярослав у нас тоже уже сбегал в душ, пошел плавать. Пока никого нету, бассейн свободный, класс. Сейчас еще мы с Ваней тоже в душ сходим, но мы в бассейн сейчас не пойдем. Пойдем в столовую, покушаем и на море. Потом уже, может быть, вечером, ну, то не знаю, сегодня по времени успеем, не успеем, бассейн. Бассейн работает с 8 утра до 10 вечера. Вечером еще подсветочка тут. Там детское отделение, большой бассейн. В общем, как-то так. Мы прям тут рядом со входом. Я на балкончике, тут у нас вот столик, два стульчика, веревка для белья. Тут наверху над нами вот там вот Оксана с племянницей, а над ними Лёша с Леной.
общем, как-то так. Мы в сборе. Сейчас идем кушать, а потом на море идем. Мы с Яриком в белом. Норма. Ну да. У него футболка с котиками. У меня что-то случилось, короче, с телефоном. Если, не знаю, ролики не получается выложить. Надеюсь, потом придем домой и разберусь. Все, мы пришли в столовую. Сейчас возьмем. Оксана, он хочет суп, чай, все самое горячее. Там дышать нечем на улице. Так, вот, чек. Хотя пошла искать интернет, чтобы оплатить. Все, двигаемся, короче, в сторону моря уже. Поели. Вообще жара. Особо снимать не будем. Да, сегодня у нас лайтовый день, мы снимать немного. Сейчас, подожди, мы сейчас пойдем, конечно, температуру воды обязательно замерим, обязательно вам расскажем. И потом будем уже просто отдыхать, потому что и так уже вторая половина дня. Время, кстати, 4, наверное, ближе к этому. Поэтому будем потом просто отдыхать. Вечером, может, пойдем на пароли, обязательно поснимаем. Короче, пока как-то так. Жаришка, конечно, такая на улице. Особенно учитывая, что у нас в этом году вообще лета не было. То мы с прошлого лета не видели лета. Тюрма. Здесь по пути тоже продают много еды. Все, что угодно можно найти. Экскурсии. Кукуруза 70 рублей, ну там где-то мы видели по 50. Ну, здесь, как обычно, нет цен. Гуси, гуси, гуси. Ну, вкусняхи 300-250 рублей. Что-то она, по-моему, не работает. А. В общем, камера перегревается. По-моему, 36 сегодня. Шапочки по 700 рублей. Полотенце 250 с котиками. Подушки надувные 350, маленькая 200. Самый лучший дед вам надо идти, чем мы по нам. Где-то тут рядом брали вроде. Все, мы почти на море, вот там оно прямо. Вон там оно. Ой, как жарко, жесть. Че, вы догоните, я думаю? Ну, вы постарайтесь догнать. А, у нас попить тоже нет ничего. Ладно, тогда заруливаем. А у вас что, пить есть? Нету? Нет. Тогда сюда зайти. Потому что там уже ничего не будет. Купили мороженое, я налил воды сюда. 0,5 влезло еще. Катя там мохито берет и что-то еще роми. И вот там пляж уже. Так, вот дюны. Мы уже практически на море. Уже видим его. Вон, вон по барханам, или как они называются, видно, что ветер. Вон как. Я себе взяла мохито безалкогольный. 150 рублей. Кстати, очень вкусный, холодный. Детям чуть-чуть, пожалуйста. Ну, Ярик сказал нормально, любой... а Рома сказал бля. Ну да, вот здесь он продавал раньше. Сейчас нету его. Да, я говорю, мы в том году тут покупали. Я просто видела, что... Ну, может, переехал куда-то. Ну, мы покупали и алкоголь. Голубой. Ты что, чуть-чуть осталось, почти дошли? Че, флаги-то видят? А желтый купаться можно?
Вон на ту гору. Видишь, вон там что, гора. Направо, как обычно? Вот туда можно сходить еще будет. Вот. Да? Да, да. Все по старой схеме. Вообще, уже третью медузу видим. А вон за кораблем, наверное, там. Блин, я еще даже воду не потрогал. Но вода чистая, видно сразу. Прохладная? А может на контрасте просто? Вон еще медузы. Да не, тепленькая вода, вы что? Я так же закопаем. Спасибо, не надо. Ну ладно, короче, за этим канатом, наверное, можно. Или можно и здесь, в принципе. А, давайте здесь. А? Так ты посмотри, там опять вон зонты. Или нет? Или я не вот, вижу. Так, что, здесь техническая зона. Здесь как раз нельзя. А тут делаешь? Нет, воду не надо там. Что, здесь, наверное? Ну, давайте здесь, короче. Это что такое странное? Все, мы на море, ребят. Вода шикарная. Как по цвету, так и по температуре. Шикарно. Все, сейчас будем купаться, располагаться. Все, ребят, в общем, на этом видео я заканчиваю сегодняшнее. А завтра уже будем нормально снимать. Сегодня мы, наверное, уже все. Просто потусуемся, покупаемся. Ну, вечером позаписываем еще. Все, всем пока. Друзья, я и забыл воду-то показать. Сейчас остынет. Я вот попрощался с вами, а воду не показал. Ну и чё? Холодная, говорит. Ром, какая холодная, ты чё? Не надо брызгаться. Это свет, как у нас дома. Здесь минус. Ну все, мы по колено зашли, здесь 27,6. Все, теперь всем точно пока. Мы будем отдыхать. Ставить тоже лайки, писать комментарии. Ну и до новых встреч.